Вдох глубокий, руки шире, не спешите. 3-4 в преддверии Дня физкультурника в Черкесске для ребят из реабилитационного центра «Надежда» для несовершеннолетних была проведена всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка». Организаторами мероприятия выступили сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии, а также активисты регионального объединения детей и молодежи движения «Первых». Подробнее Майя Хамдохова. В реабилитационном центре «Надежда» самое спортивное утро. Развлекательное мероприятие в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». У детей разминка перед небольшим состязанием по армрестлингу, спортивным играм и различным мероприятиям. Утреннюю гимнастику для ребят провела Белла Бачаева, инспектор ПДН ОМВД России по Черкесску. Неоднократная чемпионка мира, Европы и России по армспорту. Она провела мастер-класс, показав детям технику борьбы. Также отметила, что подобные мероприятия очень важны для несовершеннолетних детей, чтобы прививать им любовь к спорту. Данные мероприятия проводятся с целью поддержания здорового образа жизни, также привить детям любовь к спорту, для того, чтобы дети максимально знали, что такое зарядка, также каждое утро делали зарядку. Организаторами выступили сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии, ведомственный общественный совет, а также активисты регионального отделения общероссийского объединения детей и молодежи «Движение первых». Они и предложили ребятам поучаствовать в игре на командообразование, которое направлено на сплочение коллектива. В ходе игры дети отгадывали загадки, проявили смекалку, находчивость, быструю реакцию и умение справляться со сложными задачами во время соревнований. Председатель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Джамал Тибуев напомнил ребятам, что занятие спортом не только укрепляет здоровье и улучшает физическое развитие, но и формирует характер и силу воли, придает хорошее настроение, воспитывает дисциплину. Это мероприятие проводится ежегодно. Что касается его значимости, ну, мы хотели бы, чтобы дети, вот особенно такие дети, которые находятся здесь, в центре «Надежда», связывали свою жизнь с физкультурой. Многие из них могли бы связать свою жизнь со спортом, поэтому недооценивать данное мероприятие нельзя. В завершении спортивного состязания представители общественного совета вручили дипломы самым активным участникам, а каждой команде сладкие призы. Дети, в свою очередь, поблагодарили гостей за увлекательное мероприятие и поделились своими впечатлениями. Как вам сегодняшнее мероприятие? Как вам разминка? Очень хорошо. Что вы сегодня делали? Отжимались, приседали. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.